привыкли с детства каждый день приходить в любимый детский садик, просыпаться рано утром лень. Что же тут поделать, если надо? Разбегутся утром кто куда. Старшая сестра и папа с мамой, в школу, на работу, даже бабушка и та учится по делам своим упрямо. Руку возьмут и пойдем мы вместе утром ранним. Здесь нас любят, здесь всегда нас ждут наши воспитатели и няни. Если завтра скажут мне опять: отдохни сегодня, воскресенье, буду я по садику любимому скучать, непременно все на удивление.